Мультстудия «Гора самоцветов» представляет мультфильм «Лунный камень». В главных ролях котенок Мур и его друг Лунь. Однажды котенок Мур решил навестить своего друга Лунь. И он сел в ракету и полетел на Луну, захватив с собой подарок для Луни. Дорога была дальняя. Он летел. Перед ним виднелась Луна. Он уже был рядом с Луной и искал место, куда можно приземлиться. Он начал приземляться, и вдруг перед ним начало все светиться и искриться. Вдруг появился его друг Лунь. Он достал свой подарок для Луни. Это был цветок. Лунь растерялся, не знал, что ему подарить. И он решил достать лунный камень. Он ему его дал. Котенок Мур с радостью взял этот подарок и полетел обратно домой. Когда Мур улетал, Лунь ему махал платочком и говорил про себя, что мы еще встретимся. Котенок Мур уже прилетел на землю, достал лунный камень и думал, что с ним сделать. И потом он подумал и придумал. Надо сдать лунный камень в музей. Он взял лунный камень и пошел в музей города Котландия. Нет.